Доброту глухой услышать может и увидит без труда слепой. Каждый день, что будет нами прожит, озарим, давайте добротой. 26 апреля в Москве в помещении Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами состоялось заседание общественно-политического клуба. В его работе приняли участие около 100 слушателей. Главной темой выступлений стало глобальное использование технологий и информационная безопасность. Актуальная ситуация заставляет нас говорить о все более усиливающемся информационном воздействии на личность. Мы говорим о том, что человек сейчас не готов к тем информационным вызовам, которые на него идут. Человек не имеет опыта проживания в информационном обществе, у него нет таких, в общем-то, адекватных защит. Сегодня на заседании нашего клуба эксперты предлагают нам оценку информационной безопасности государств, оценку того воздействия, которое сейчас осуществляется, дают советы о том, как можно защититься от несанкционированного информационного воздействия. Перед аудиторией выступил ряд экспертов. Председатель общественного движения «Семья, любовь, Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна, аналитик, академик Общероссийской общественной организации Российской академии естественных наук Соколов Константин Николаевич, кандидат технических наук, эксперт в сфере информационных войн Николайчук Игорь Александрович, доктор философских наук, профессор кафедры военной акмеологии и кибернетики Военной академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого, полковник в отставке Беляев Борис Львович. Старайтесь быть добрее и сердечнее, благим делам не надо счет вести. Давайте все мы будем человечней, лишь доброта сумеет мир спасти.